Приближается 71-я годовщина Победы, и, к сожалению, все меньше рядом с нами остаются свидетели страшных и героических лет Великой Отечественной. В канун праздника еще одна утрата. 3 мая на 90-м году жизни скончалась труженик тыла Сиадят Абдракабовна Тумакаева. В войну 14-летней девочкой она начала работать на литейном заводе в Оренбургской области, наравне со взрослыми стояла у станка. На плечи юной девушки легли тяжелые годы голода и разрухи, а после войны восстановление сельского хозяйства. В основном травой питались, в основном. Щавель – это весной уже, зимой и травы-то нету. Вот. Всякая съедобная трава – это тоже еда была для нас. Тяжело рассказывать даже. В конце 80-х Сиадят Тумакаева приехала к родным в Губкинский, была активным членом ветеранской организации, участвовала в городских мероприятиях. Гордилась, что дети и внуки растут настоящими патриотами своей страны. Светлая память о ветеране останется в памяти всех, кто знал Сиадят Абдракобовну.